Здравствуйте. Здравствуйте. Здравия желаю вам. Здравствуйте. С праздником вас. В доме ветерана Великой Отечественной войны Петра Теплинского собрались почетные гости. Глава Химок Дмитрий Волошин и депутат Государственной Думы Ирина Роднина пришли к химчанину выразить слова благодарности за боевые подвиги и вручить медаль 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Это поздравление вам. Летчик, полковник в отставке Петр Иванович Теплинский был призван в ряды вооруженных сил в 1944 году, когда ему только-только исполнилось 18 лет. Работал в главном корпусе ВВС, имеет знак почета вооруженных сил и медаль за боевые заслуги. Сегодня поздравляли Петра Ивановича. Он в добром здравии, слава Богу. И не только сегодня мы обошлись традиционными подарками и теми подарками, которых просил нас ветеран, но и, конечно, хозяйственные вопросы. Это ремонт, все, что необходимо сделать в квартире, какая нужна помощь дополнительная. Все эти вопросы сегодня уточняли с его родственниками и с ним. Вот такую заботу сегодня, скажем так, больше неформальную, администрация Химок каждому ветерану оказывает. И в преддверии нашего большого праздника, 9 мая, не останется ни один ветеран без внимания. Мы каждому придем домой. На сегодняшний день в Химках проживает более 1500 ветеранов Великой Отечественной войны.